Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я вам покажу, как починить вентилятор от видеокарты, если он у вас сломался. Как его разобрать и смазать там и тому подобное. В данном случае у нас присутствует вентилятор от видеокарты RX 580. Он стал заедать, не прокручивается. Вот, видите, он неразборный. И чтобы нам его снять, вам понадобятся две отвертки. Вот такие вот вполне сойдут. Мы берем наш вентилятор, вставляем одну отвертку вот здесь вот сбоку, видите, вставляю, и вставляю с другого боку вторую отвертку. Вот главное не выдрать его с корнем. Вы там чуть-чуть вставляете, буквально там, не знаю, на пол сантиметра, и прокручивая наши отвертки в сторону, мы снимаем наш вентилятор с платы. Что-то он у нас не идет. Сейчас мы попытаемся еще разочек. Так, одну минуточку, возьмем отвертку потолще. Вот такая вот вполне сойдет. Не бойтесь сломать вентилятор, потому что он и так у вас уже не работает. Поэтому, если сломаете, ничего страшного не будет. Купите себе новый на Алиэкспресс, ссылки на него в описании к видео. Так, вставили эту отвертку, вставляем следующую. И проворачиваем тем самым. Что-то он уже не очень себя хорошо чувствует этот вентилятор. Так, сейчас мы его доконаем. Некоторые как делают, просверливают сзади небольшую дырочку, вставляют туда саморез, винты, не знаю, и выдавливают этот вентилятор наружу. Но мне так не хочется делать, мы его откроем таким способом, варварским. Все, видели, он щелкнул. То есть значит, что вентилятор у нас снялся. Все. Как видите, он у нас даже как-то поржавел, что ли, тут. Вон, ржавчина, что ли, у него какая-то появилась тут непонятная. Совсем высох вентилятор. Вот, и он сухой, поэтому он и прокручивался. Ну, надо его будет смазать. Там еще ржавчину подсмазать, я не знаю, что там ржавчина такая. Ну, да, сухой вообще. Вот поэтому он не прокручивается. И все, и потом можно будет его обратно также надеть. И должен заработать лучше, чем прежде. Все, всем спасибо. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал.